यथात्मा परिमज्जते असो मत्तुन्न गाथा सवनो विधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अञ्जनो संप्रयुक्तम् यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असो मत्पुन्न गाथा श्रवणो विधानहि तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अञ्जनो संप्रयुक्तम् श्रील भक्ति सिद्धांत Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что мы не можем видеть Верховного Господа. Это невозможно видеть Верховного Господа, поскольку у нас есть материальные органы чувств, материальный ум. И много раз я говорил, что в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит: All material, actually all sense organ, everything our mind, everything material. Что все органы чувств, наш ум, они все материальные. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказала, что для нас невозможно видеть Верховного Господа, но наоборот. Точнее, не наоборот, а мы должны совершать бхакти таким образом, чтобы Верховный Господь захотел увидеть нас. На самом деле, в индийской традиции есть такая традиция красить глаза каджалом, и согласно аюрведе, зрение от этого должно улучшаться. И таким же образом в Бхагаватам, в этой шлоке описывается, Sri Chaitanya Mahaprabhu told Chetadarpanamarjanam Bhava Mahadavagnirvapanam Стих написанный Махапрабху Четадарпанамарджанам, значит, очистить ваше сердце. И как же очистить ваше сердце? Чтобы очистить ваше сердце, вы должны слушать Харикатху из настоящего источника Харикатха. И Киртан, нам Санкиртан, они могут очистить ваше сердце. Есть определенная процедура. Вот, например, Гундича Марджана, это то же самое. Шри Чайтанья Махапрабху явил эту лилу, чтобы очистить Гундича Мандир. Это значит очистить наше сердце, чтобы Верховный Господь, Он мог воссесть в нашем сердце. На самом деле, много раз до этого я уже говорил, до тех пор, пока вы не разовьете ваши отношения с Анантадевом, вы не сможете пригласить Господа, чтобы Он вошел, воссел в вашем сердце. Мы можем попросить Верховного Господа, чтобы Он воссел на асану, то есть на этого Ананта, Анантадева, иначе у нас нет права пригласить Господа, поскольку его некуда буквально пригласить. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит Четадарпанамарджанам, и это шлока из Бхагаватам. Бхагаван Шри Кришна, он Удаве говорит то же самое. Если вы будете слушать Харикатху, и если вы будете слушать Харикатху и Киртан о лилах Бхагавана Шри Кришны, о Шримад Бхагаватам и других писаний, и постепенно вы увидите, что ваше сердце очистилось. Если у вас есть возможность слушать от чистого святого Вайшнава Харикатху, только тогда. То есть эти две вещи должны быть удовлетворены. То есть вы должны слушать Харикатху из уст чистого Вайшнава. И а если вы падшая душа, мы все падшие души, но так или иначе, если у вас есть какие-то оскорбления,
то вы не сможете развить способность слушать. То есть если вы совершили какие-то большие оскорбления и вдруг встретили какого-то великого саду, как Шрила Бхактивинода или Шрила Прабхупад, то вдохновения не будет у вас. И вот в одном из киртанов на Бенгале говорится, что если у вас нет вдохновения от Харикатхи, который произнес великий Вайшнав, если вы не чувствуете вдохновения, что это значит? Это значит, что оскорбление в вашем сердце, и поэтому эти оскорбления, они окутали ваше сознание. Ваше сознание как бы затемнено, и поэтому вы не получаете вдохновения. Васту сукшам значит... То есть это, когда мы наносим этот каджал на наши глаза, то есть наше зрение, оно улучшается, и тогда мы сможем видеть более тонкие вещи. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, когда мы наносим этот каджал на наши глаза, то наше зрение, оно улучшается. И таким образом, если мы будем продолжать слушать Харикатху, если мы будем совершать санкиртан, и слушать Харикатху чистого Вайшнава, то постепенно вы разовьете ваше сознание. Ваше сознание, оно должно развиться до этого уровня. До какого уровня? Ваше сознание должно развиться до того уровня, на котором вы сможете осознать, понять Чайтанью. Чайтанья, значит, он полон сознания. То есть он Чайтанья Васту, и только тогда вы сможете увидеть Верховного Господа, иначе нет. Ясно? И вот Дхрува Махарадж, Прахлад Махарадж, они могли увидеть Верховного Господа. И все спутники Верховного Господа, они тоже могли его видеть. Все спутники Верховного Господа могли ли видеть Верховного Господа или нет? Да, они могли видеть. Но Чапала Гопал не мог видеть. И все демоны или люди с демоническим складом ума, они ходили вокруг и рядом, и они не видели Шри Чайтанья Махапрабху, который шел в школу, либо шел на Гангу, они слепы. Они вроде как видели, что какой-то человек идет, и все, но это не даршан. То есть они видели, что просто какой-то человек идет куда-то, но это не даршан. А когда ваше сознание, оно стоит за вашим даршаном, то есть когда вы с помощью вашего сознания осознаете, что вы видите, то есть это только тогда вы сможете видеть Верховного Господа, иначе нет. И это сознание должно достичь этого уровня, иначе невозможно увидеть. То есть, например, если вы хотите спросить что-то у Вайшнава, то есть у вас какие-то качества должны быть. Если вы хотите спросить вопрос у Гуру или Вайшнава, у вас все же должны быть какие-то качества, достоинства, иначе можно спрашивать какие-то глупые, бесполезные вопросы. Лучше непосредственно спросить. Если много всяких вопросов, я не всегда могу ответить. И когда я говорю, что все спутники Верховного Господа, они могут видеть Шри Чайтанья Махапрабху. Но когда я говорил о той лиле, где Шри Чайтанья Махапрабху в семи группах танцевал, то есть это, по милости Верховного Господа, не все могли видеть их всем ипостаси Махапрабху одновременно. Но это не значит, что преданные не могли видеть Верховного Господа. Они видели его,
но они не видели его в семи ипостасях, что он одновременно танцует в семи группах. Они видели его каждый своей. То есть Махапрабху, он хотел явить свое величие только вот нескольким преданным, но это не значит, что другие его вообще не видели. Много раз я говорил, что до тех пор, пока вы не примете прибежище чистого вайшнава, вы не можете все осознать и принять харикатху, осознать то, что я говорю. Не чувствуйте боль, я говорю так, вещи такие, какие они есть, до тех пор, пока вы не примите прибежище у чистого вайшнава. Что значит прибежище? Это полное стопроцентное прибежище. Не знаете, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж есть, но я принял прибежище, но на свое сознание я не развил. Это значит, что я не принял прибежище должным образом. Совершенным образом, и это моя ошибка. И до тех пор, пока вы не примете прибежище лотосных стоп чистого вайшнава, вы не сможете слушать харикатху должным образом, а если вы слушаете, то вы не сможете все осознать, и в этом проблема. И тогда можно спрашивать какие-то бесполезные вопросы. То есть, такие простые вопросы. В тот день я сказал, что если Верховный Господь находится здесь, например, в Сочетании Махапрабху здесь, но мы не можем видеть, почему? Поскольку мы слепы сейчас. С другой стороны, может быть, по милости, по желанию Господа я не могу его видеть. Но и вот пример из Джайвадхармы я приведу. Вот Рагунатх Дас Бабаджи Махарадж, он был в Шивасангане. И два мальчика из Шинапура, они были там, он им дал харинам и дикшу. Они ходили на харигатху Бабаджи Махараджа, получали милость от него, и Бабаджи Махарадж полностью благословил их и дал дикшу. И после этого они организовали какой-то праздник махотсав, пир. Почему? Поскольку они приняли дикшу. И вот на этом фестивале, когда эти преданные, они принимали просад, а те, кто служил, они сошли с ума. Почему? Они перестали есть, они перестали раздавать. Почему? Чудо случилось там. Они увидели Шачимату, Малинима, они все раздавали просад, а и Панчататва. И Панчататву они тоже увидели. То есть они, когда принимали просад, они увидели сочетание Махапрабху, Гаурангу Махапрабху вместе со всеми его спутниками, с его Шачима и прочими. Still today, that lila is there. Эта лила везде до сегодняшнего дня. Но если вы достаточно удачливы, то тогда и только тогда вы сможете видеть эту лилу. Лила она присутствует здесь, но мы слепы, мы не можем видеть ее. Но те чистые вайшнавы через воспевание харинама, они могут созерцать эти лилы, им не обязательно куда-то ехать, чтобы получить даршан божества в Риндаване Шрима Сундара. Они лучше, они видят отсюда лучше, чем... Даршан, он не ограничен. Пространством. Вот Наполеон Бонапарт, он говорил, что слово «невозможно» есть только в словаре глупых людей, и поэтому они глупы. И вот все возможно, все можно увидеть, если вы сможете совершать баджан должным образом и развиете такое видение, то сможете видеть. А сегодня это очень-очень сложно.
поскольку мы не получаем должного руководства. Мы, у нас много денег, удобств и прочего, но должного руководства мы не получаем. Кто может вести нас должным образом? Мы не заинтересованы слушать какие-то лекции. Мы хотим знать о настоящем чувстве. У нас есть возможность слушать от Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. То есть то чувство, которое он было в сердце чистого вайшнава, мы хотим узнать об этом. И смотрите, Гоуру-шакти-сарупайо, Виграя Нозави, speak in Пранам-мантра. И вот в Пранам-мантре говорится такие слова. What does it mean? Что это значит? What does it mean? What does it mean? Сигауро Коруна Шакти. Что Гуру Коруна Шакти, это значит, когда мой Гурудев, он благословил меня, он даровал свою милость, это тоже Шакти. И сейчас я хочу вернуться в этот материальный мир, чтобы привести пример в этом, во всей этой вселенной. Есть бесконечное число вселенных. You cannot count. Вы их невозможно пересчитать. Но я хочу сказать об этой конкретной вселенной. И ученые говорят, что вся энергия этой вселенной, она постоянна. То есть это какая-то физика, теория о постоянстве энергии в какой-то материальной науке. И вот вся энергия этой вселенной, она постоянна. Энергия, она не может быть разрушена. Никогда не может быть разрушена, только можно, то есть изменить ее состояние. Одну энергию можно превратить в другую, но уничтожить ее нельзя. You see what is miracle? И вот смотрите, в чем in чудо. Чанди, you know, Чанди? В Чанди, Чанди. Чанди, you know, at the time of Durga Puja, во время Дурга Пуджа они. Я Деви Сарва Бхутесу Сакти Упеда Сангастита. Намастасей, 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 намо нама. You find? Во время Дурга Пуджа, вот во время Чанди эту мантру произносят. И вот какая же мистерия за этим, а как Эйнштейн мог понять о том, что, ну, говорится в шастрах, Эйнштейн, он жил в Европе, никакого бхаджана не совершал, а откуда он узнал это? Как это вообще возможно? И мы удивляемся. Это значит, что по милости Верховного Господа можно узнать все. И вот в этой шлоке говорится, что вот Пангум Гатагири, что по милости Верховного Господа все можно совершить. Я уже сказал, говорил об этом несколько дней назад. Си Чайтанна Прахам Ванде Бало Пи Ядану Грухат Тарен Нана Мато Грахам Бхакта Сиддханта Сагарам. It's kind of ocean. Сиддханта Сагара. Сиддханта подобно бесконечному океану. Невозможно пересечь. И в то же самое время в этом океане акулы и крокодилы встречаются, они готовы убить нас. И как можно пересечь этот материальный океан только по милости Верховного Господа? А как пересечь океан Сиддханты по милости Шичитания Махапрабху? И вот если у вас материальное образование, достаточно денег, власти, но в этом случае мы не сможем стать успешными. В Упанишадах говорится эта шлока, что нас
ну, просто откинет назад, если мы своими собственными усилиями хотим познать Верховного Господа, Майя, она просто оттолкнет нас. И только по милости Верховного Господа мы можем узнать Его, узнать всю мистерию Верховного Господа, иначе невозможно. Невозможно узнать Верховного Господа нашими усилиями, а как для Эйнштейна возможно, он какой-то человек с Европы, а как он узнал, что энергия везде находится? И а в Чанде, во время Чанди говорится об этом же, что Деви Дурга, она находится везде в форме энергии. Везде она находится. Sarva Bhutesu. That thing Einstein could realize. И вот Эйнштейн осознал это. И поэтому он сказал. One particle of on matter, one particle of iron, one particle of copper, one particle of uranium, any particle can be converted into energy. То есть любая часть, mass energy, то есть любая энергия может она превратиться в другую энергию. И вот Эйнштейн открыл, что энергия, энергия, by the square of the velocity of light and Planck constant. В общем, он вывел какую-то формулу про энергию, и Эйнштейн сказал, что я полностью уверен в этом, но доказать я не могу. У меня нет такого. No. Способности. Big honor was given to him. Bose Einstein theory. Nobel Prize. Вот они, два нобелевских лауреата. Whole in world, all scientists, they wanted to prove, but they хотели доказать, they но они не могли доказать. Они не смогли доказать, что ну, вот эта формула Ньютона, Эйнштейна, точнее. Only Satyen Bose from Calcutta University, Science College, he could prove it. So how possible? Same thing we are speaking. Now advanced science speaking that we have. А сейчас наука говорит о том, что мы удивлены то, как себя ведут электроны. Electron proton in orbit. Those scientists, they are very surprised to see the mood of electron. But we don't know. We watch electron, they sometimes jumping higher orbit. They again come back. But we are 100% sure they have free will. Ученые говорят, что электроны, они, несомненно, у них есть свободная воля, поскольку они ведут себя спонтанно. Иначе почему они спонтанно действуют? У нас нет никаких формул, чтобы описать их движение. In a very mathematical way, we think they have some free will. Думаем, что у нас есть. Free will means какой-то. У нас есть какая-то свободная воля, четана. Free will means четан. То есть это свободная воля, четана, сознание только сознающее себя существо. Only четан vastu can have free will. Может, you have free will. Имейте, ну, свободную волю. You have free will. Only четан vastu can have free will. Those scientists, they are 100% sure. Вот ученые на 100% уверены, что сознание оно везде присутствует. И поэтому в английском есть такое слово. God is omnipresent. То есть Господь он везде сущ.
И в Чанди тоже говорится об этом. Почему нет? Поскольку в Веданта Сутре мы находим формулу, одну сутру, вот Шакти Шакти Матур Абхед. Веданта — это сутра. Ну, утверждает, что Шакти — это энергия, и Шактиман — обладатель этой энергии. Кто имеет эту Шакти? Shakti, you cannot find Shakti in suspended condition. Нельзя найти Шакти в каком-то подвешенном состоянии. Шакти. Only it is possible to see Shakti. Возможно только видеть Шакти. Когда? When it is there in a pot. Она находится, ну, в каком-то какой-то емкости. Suppose you have Shakti. Например, у вас есть Шакти, но не все могут понять. А когда мы выражаем свою энергию, то оно видит. Остальные могут видеть, насколько мы могущественны благодаря этой энергии. Но есть одно «но», что в этом материальном мире мы не можем видеть Шакти в какой-то определенной форме. То есть энергию мы не можем видеть много раз, а много дней до этого я сказал, уже говорил, что вы не можете видеть форму звука. То есть я говорил, что вы не можете видеть форму материального звука, но я сказал, в то же время, что возможно увидеть в то же самое время, возможно видеть форму звука, поскольку, например, если мы посмотрим на кардиограмму, это можно получить какое-то представление о звуке, о форме звука, она показывает, как движется звук, как можно слышать харикатху от звукозаписывающей машины. То есть раньше были эти граммофоны, такие большие настольные устройства. То есть звук записывался на пластинке, и потом диск вращался, а пьезоэлемент он считывал и вибрировал согласно этим звуковым волнам, записанным там. И таким образом материальный звук, у него есть определенная форма. А Пракрита Шабда Брахма, то есть трансцендентный звук, тоже есть. У него тоже есть какая-то особая форма, особое качество. Понимаете? Материальная энергия, у нее тоже есть какая-то форма, но мы не можем видеть. Какие-то, например, некоторые преданные могут получить милость Дурги, и вы увидите Дургу перед собой, то вся энергия в этом материальном мире, она может быть выражена в форме Дурги. И Апракрита Джагат, йога майя. А здесь, в этом материальном мире, Махамая. Понимаете? Я могу привести пример из Шримад Бхагаватам. В Брахма Самхите описывается, Chayevo jasso humanani vivarti durga. Chayevo, like shadow.
То есть чая, вот, Durga, то есть Дурга, это энергия, она тень йога майя. So originally Yoga Maya is there in Vaikuntha Jagat. Yoga Maya находится там на Вайкунте. Originally Yoga Maya is there in Vaikuntha Jagat. So you are getting shadow, the perverted reflection of the transcendental. И поэтому мы видим такое искаженное отражение этого материального мира. То есть оно Дурга олицетворено. В Бхагаватам это описывается, но не все могут понять. In Bhagavatam, вот смотрите, в Бхагаватам, when you see, когда Урваши, Урваши vanish from, Урваши, она from whom? That Raja, big Raja. От какого-то царя ушла. Who? Как звали этого царя? I speak repeatedly, but now I forget. I can speak, okay. That king is crying. И вот этот царь Пурарава, его звали, этого царя. Пурарава crying. И он начал плакать. Урваши vanished. Урваши ушла. Урваши given conditions. И Урваши поставил такое условие, если ты сможешь следовать этому условию, то я могу быть здесь, я нарушусь, я уйду. Но Пурарава, он попал в майю. Он начал плакать, звать: «О, Урваши, я умираю, приди, приди». When crying, и вот когда он плакал, then some demigods giving advice, какой-то полубог пришел к нему и сказал: ты можешь поклоняться Гандхарвам, они могут уважить назад привести. И вот он начал поклоняться Гандхарвам, и Гандхарвы, они, ну, как бы, тоже, как бы полубоги, они живут в своей особой Гандхарвалоке. И вот, а Гандхарвы, они одурачили Пурараву. Он поклонялся Гандхарвам, чтобы вернуть Урваши, но Гандхарвы, они одурачили его, как? Но они какой-то тень. Ну, в общем, что-то. Ну, дали какую-то тень Урваши. То есть она как была похожа, но не Урваши, была какой-то призрак или непонятно что. Они хотели одурачить его. И вот через какое-то время он смог осознать, что это не Урваши. Они хотели одурить меня. То есть они что-то подсунули, какой-то. Ну что, призрак какого-то или что-то такое. И вот, а если мы в Рамаяну вернемся, там тоже можно найти Сиддханту. Вообще Чайтанья Махапрабху хотел сказать нам эту Сиддханту. И какова же Сиддханта? Когда Равана, когда Ракшас пришел, чтобы забрать Сиддхадеви. Сиддхадеви. When Sita Devi wanted to give Bhiksha to Ravan in the form of sannyasi, Ravan came in the form of sannyasi. Раван пришел в форме, ну, в образе сannyasi, и начал просить подаяние. He is giving Bhiksha from inside the barrier, one demarcation line given by Lakshman. Don't try to cross this mark. И вот Лакшман, он дал ей указание, чтобы она не переступала вот этот круг. Если ты будешь внутри круга и стрел, то никаких проблем не будет. Если выйдешь, то это очень опасно. И вот сказал Сити, что не уходи из этого круга. Равана хочет взять. И когда Ситадеви хотел дать ему бикшу изнутри круга, Раван сказал: я не могу таким образом бикшу взять. Если ты выйдешь и дашь, то тогда я могу взять, поскольку для меня оно оскорбительно заходить к тебе туда. Я саньяси.
И Ситадеви хотела выйти из этого круга и взять и дать ему подаяние. Раван схватил ее и унес. Siddhanta retained the secret Siddhanta, that when Ravan wanted to arrest Sita, Sita Devi, Swarup Shakti of Ram, забрать Сита Сварупа Шакти Рама, она ушла оттуда и приняла прибежище у Агнидева. И Агнидев, он дал ну, какую-то ненастоящую Ситу, то есть просто было похоже на тень Ситы, можно сказать. Он, ну, трава, ну, она досталась мгновение, в чазе какую-то малую часть секунды это случилось, и вот такого Сиддханта описано в Шичитане Махапрабху. Настоящая Сита, она пропала, и ее тень, ненастоящая, ложная Сита, она пришла. Ну, появилась там, и Раван забрал ее, а Равана думал, что настоящую Ситу забирает. И вот он посадил ее к себе на колеснице и улетел в эту ланку. И описывается там такое. Раван, Чайтанья Махапрабху, говорит, Раван, Ракшас. Ракшас mean Тамагун. Асур mean Раджагун. Chaitanya Mahaprabhu speaking this Siddhanta, because Chaitanya Mahaprabhu went to South India, nice trip, to give kripa to everybody. Чтобы благословить всех. Chaitanya Mahaprabhu wanted to express kripa to everybody. That's why Chaitanya Mahaprabhu went in South India trip. И когда он отправился в Южную Индию. Зачем он отправился в Южную Индию, чтобы благословить всех там? И он встретился с одним брахманом. Он совершал баджан Рамачандри. И этот брахман, он пригласил Чайтанья Махапрабху, я приглашаю тебя. Прими просад здесь. Он увидел Махапрабху, сказал, приходи, прими просад здесь. И вот Чайтанья Махапрабху пришел к нему в Баджан Кутир, но уже 12 часов кончилось, позднее время было, ничего не готовили. И Махапрабху спросил, ты пригласил меня, но ничего не приготовил даже уже, ну, позднее время, и что делать? И Раван. Раван, он украл Ситу, и поэтому я извиняюсь. While going, he was doing some, speaking something. While coming back, again Chaitanya Mahaprabhu came there. While going, Chaitanya Mahaprabhu first me, then he expressing doubt about this abduction of Sita Devi. И вот, когда он возвращался, он выразил сомнение, что на самом деле Лакшман ушел в лес, он может принести какие-то фрукты и прочее, и я могу накормить тебя. Иначе нам тут в лесу ничего нету. Если Чайтанья Махапрабху подумал, ну, хороший баджан совершает, он осознал, что к чему. И этот випра, он иногда плакал, я хочу совершить самоубийство. Почему? Я хочу прыгнуть в огонь. Почему? Поскольку этот, я услышал, что Раван Ракшас, он украл Сваруп Шакти, он Ситу Деви, Джагат Джанани, я не хочу жить больше. И Чайтанья Махапрабху говорит, почему вы плачете? Это невозможно для Равана украть. Then why Chaitanya coming back from South India trip again coming there? Because why? Chaitanya here this Siddhanta from Kurma Puran. That time no book was available, only in written form, handwritten. Он услышал, что Чайтанья Махапрабху в Брахма Самаджи в каком-то обществе, он услышал эту Сиддханту из Курма Пураны.
Верховный Господь, Он знает все, но Он все же видел эту лилу. И в Пурама-Пуране описывается, что когда Раван пришел, настоящая Сита, она пропала, и осталась ее тень всего лишь. Чтобы ну, одурачить Равану. И вот тогда Шри Чайтанья Махапрабху попросил этих брахманов. Я хочу. Ну, напиши, опять напишите эту историю. Я хочу показать этому браману. И вот он пришел и сказал, что смотри, я нашел из свидетельства из Курма-Пурана, со Сварупшакти Сита. Раван, он Ракшас Тамагун. Тамагун, как? Может он прикоснуться к Сита Деви? Читание Махапрабху говорит. Равана даже не может видеть Сита. Раван have no power to see Sita. Раван cannot see Sita. Раван он не может видеть Ситу. Ге преманьяна чурита бхакти вилоченено. I told this stroke previous day. You cannot remember. If you have developed your vision out of mane through bhakti. If you are having bhakti, enough bhakti, premanjana churita bhakti vilocanena, santaha sadaiva hidayesu vilokayanti, yam sama santara machinda guna sarvam, govindamadi purusham tamam, bhajam. In Brahma Sangita, Chaitanya Mahaprabhu got two books from South India. One is Brahma Sangita, Chaitanya Mahaprabhu, он принес две книги из Южной Индии, Брахма Самхида и Кришна Кранамрита, они полностью авторитетные книги. И вот там говорится, что если вот только есть достаточно бхакти, достаточно преданности, только тогда вы можете видеть Верховного Господа. Иначе нет. И вот Рамачандра Пури не может видеть Верховного Господа. He is standing in он, front of Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Lord. Рамачандра Пури, он with Supreme Lord, Chaitanya Mahaprabhu. Он говорил с Верховным Господом. No. Some sort of altercation took place. Not altercation, actually he wanted to prove something false. Sannyasi is so greedy. Sannyasi is so greedy. Taking sweet inside room, so many ants moving around. So I think sannyas is so greedy. Chaitanya Mahaprabhu cannot speak anything. Он начал критиковать самого Верховного Господа. Он говорит, что, смотри, почему вокруг тебя муравьи ползают, видно, слишком жаден. И смотрите, Рамачандра Пури, он находился перед самим Верховным Господом, но в то же самое время Рамачандра не видел Верховного Господа, он спорил с ним, он критиковал его, ты очень жаден, ты столько сладостей съел, что муравьи вокруг бегают. Понимаете? Но Ишвар Пурипат он смог увидеть Верховного Господа. Читание Паршат, они могут видеть Верховного Господа. Even Balabhacharya, даже Валабхачарья, когда у него было ложное эго, он не мог видеть должным образом Шри Чайтанья Махапрабху. Он говорил какую-то ересь перед Шри Чайтанья Махапрабху. I write the commentary of Bhagavatam. Я написал комментарий к Бхагаватам. Yes. Да, правда. I cannot accept the commentary. Я не могу принять комментарий Шридаса Госвами Пада. И поэтому я собственный написал. И Махапрабху очень разгневался. Почему? Сидарам бетти нисинга прасада. By the mercy of Нисинга Дев. По милости Нарисимха Дева Шридас Свами. Can know everything. Он может знать все. Шридас Свами, он может дать полный комментарий на Бхагаватам по милости Нарисимхадева. И вы сейчас говорите, что Шридас Свами не может
Бхагаватам должным образом комментирует Шрила Свами, он лучший, он написал комментарий Бхагаватам первым, и после этого 18 различных комментариев они уже появились. All different kind of commentary we can have. Siddha Swami Pad, after that we can Madhvacharya, Vijaya Raghav. Different kind of. Balavacharya also writing. So many commentaries. 18 different kinds. But originally it was written by Siddha Swami Pad, by the master. Now he is fighting the Supreme Lord. I cannot accept. Все написаны, и сейчас он спорит с Господом, что он свой написал, и Махапрабху посмотрел на него. Так много ложного эго, так много гордости, ты не можешь принять комментарий Шрила Свами Пада. И он сказал такую пословицу, что тот, кто не слушает своего мужа, она подобна проститутке, поскольку дживатма на шакти, если назвать дживатму словом «она», то не будет никаких проблем, поскольку дживатма — это шакти. Но могут они быть в мужском или женском теле, но так или иначе, дживатма — они все шакти. А кто пуруш? Purush, this word written in Bhagavatam only this way. Pure Deha Vasati iti Purushaha. Jivatma Jivatma, она находится внутри этого тела, и поэтому мы зовем Jivatma Purusham. То есть есть Jivatma Purush и Paramatma Purush, два Пуруша, но никто. Но тело может быть как мужским, так и женским. Но чистый вайшнав, он никогда не видит, что кто-то мужчина, кто-то женщина. Когда чистый вайшнав, он смотрит душу, на душу, пребывающую в теле. Он видит, что Кришна пребывает внутри формы параматмы. So pure dehe vasati iti purushaha. Why we speak purusha? Почему мы говорим пуруша? Савай пунсам паро дхармо ято бхакти радхакхаже ахетуки апратиятта жаятма су прасидати. Симат Бхагаватам. Савай пунсам паро дхармо Yato bhakti radhakhaje, adhakshaje. Savai pungsam paro dharmo yato bhakti radhakhaje. Ahetukya pratyata jayatma suprasidati. You have unabated bhakti, uncontrolled. It is like automatic bhakti, вот, flowing, bhakti, like Ganga. Спонтанная бхакти, подобно Ганге, она, если ваша преданность, она приполняет ваше сердце и текет подобно Ганге, к Кришне, то тогда и только тогда вы сможете видеть Верховного Господа. И в Бхагаватам говорится, Собой, in Sanskrit, значит, собой, собой, значит, нисчитамева, значит, наверняка. Собой пунгсам паро дхармо, ято бхакти адхакхаже. If you are developing that kind of bhakti, adhakhaje, non-stop bhakti, есть такое безраздельное бхакти, then то тогда я могу сказать, что вы вайшнав. То вы практикуете вайшнава дхарма, бхагават дхарму, иначе нет. You have discrimination inside your body, inside your mind. Ah, it is woman. То есть если у вас есть такое, ну, двойственное видение, что кто-то там мужчина, женщина, кто-то слишком богат, слишком беден, кто-то слишком красив, кто-то не очень красив или некрасив. То есть откуда такое разделение в нашем
уме происходит, поскольку наш ум материален, мы зацикливаемся на материальных вещах. Мы должны развиваться, мы должны искать чистого вайшнава. И если в этой жизни вы не сможете найти чистого вайшнава, то ждите следующей жизни. Не нужно уходить в какую-то сахаджи. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, лучше ждите следующей жизни, но никогда не идите к сахаджи. Они обманут вас. You cannot get power. Вы не сможете обрести силу. Савой пунсам парол харму яту бхакти радхокхаже. 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 Савой пунсам парол харму яту бхакти радхокхаже. Ахишити апрати ядайя атма супрасидати. If you have bhakti, если у вас есть бхакти, вы можете увидеть полное удовлетворение. Джатма супрасидати. Супрасидати значит полное удовлетворение. If you are developing bhakti, pure bhakti, no kind of dissatisfaction is there. Никакого неудовлетворения. No kind of dissatisfaction is there inside the heart of a pure devotee. Нет в сердце чистого вайшнава. Смотрите. И вот сейчас я сказал вам. Гоуру Шакти Сварупая. Сигоуру Карна Шакти Виграхая Намастуте. Different kind of pranam mantra. So when Prabhu going to bestow kripa, when pranam mantra, когда Гуру Вайшнава благословят нас, это одна из шакти. Вот Сигоура Каруна Шакти, например. Когда Господь он хочет благословить вас, или Гуру Вайшнава не хотят благословить вас, даровать свою милость, это тоже одна из шакти. Я говорил, вот из материальной науки, что вся энергия, nobody can destroy energy. Никто не может разрушить. Energy can be transformed from one energy to another. Эта энергия может просто перейти с одного состояния в другое, но никто не может разрушить ее. И Эйнштейн, он хотел то же самое сказать. И вот однажды. One milligram or 0.001 milligram. Uranium. Вот маленькая. 0.001 milligram. Какая-то тысячная energy, часть грамма урана, если она из него выйдет вся энергия, то есть будет огромное количество этой энергии, то есть невозможно представить, сколько энергии выходит из этого урана, хотя физически очень какое-то маленькое количество, так и дживатма, они очень малы и без милости шакти. Шакти значит без милости Кришны, поскольку шакти, шакти-мата, обед, шакти, шактиман, они не отличны друг от друга. Шакти, она всегда находится в шактимане, но иногда можно видеть их в различной форме, например, Рада Говинда, они как бы одинаковые. И когда вы видите Шри Чайтанья Махапрабху, то это, знаете, что это Рада Говинда в объединенной форме, но в духовном мире можно найти Шакти в отдельном виде тоже. Существует иногда, как, например, Радхарани и Кришна. Но не думайте, что Кришна отдельно, Радхарани отдельно, то есть просто ну, выглядит внешне, что они разделены, но внутри они едины. Ну, например, можно в храме видеть, что Кришна и Радхарани, они как бы стоят рядом, что здесь Кришна, там Радхарани, но они все же не отличны друг от друга. I told you many times Saurabh Gosai slok. Я говорил уже о шлоке, который сказал Саурабх Госвами. Радхини Сакти Расмаде Катману Опи. I told you fraction, part of this slok I am speaking.
Когда Радха Говинда они объединились, то можно увидеть Гурангу. А Радха Говинда это есть, то есть можно в других их ипостасях можно видеть Радхарани отдельно, но в то же самое время она не отлична от Кришны. Though we can find separately Radha and Govinda separate, but still отдельно, но в то же время они то же самое время не отличные друг от друга. И сегодня день явления Джанави Деви и Сита Деви. Now one point I like to speak. И вот я хочу сказать нечто, когда вы видите какого-то аватара. Кришна это аватари. Кришна это не аватар. Кришна это аватари. Что это значит? Что из него исходят все остальные аватары. Кришна это не аватар, он аватари, он источник всех аватаров. So all avatar coming from Krishna. Originally from Krishna. И вот все аватары, они изначально исходят из Кришны. Originally everything coming from Krishna. Изначально все исходит из него. Supreme Lord is the Кришна, он Верховный Господь, он изначальная причина всех причин. Now point is there. И вот суть в том, from Krishna we are find что Ram, Nishinga, Varaha, Varaha different, Kurmadev. Курмадев, Вамандев, мы всех получаем. So we can мы всех видим и можем найти. Coming in different form, suppose in the form of Nishimadev coming. Suppose in the form например, of Курмадев coming. Suppose in the form of, you know, Варахадев coming. Или в форме Варахи. Each and every time. И каждый раз. When Bhagavan Supreme Lord comes in different form, Bhagavan, он, a special shakti is there with him. When Varahadev coming, вот когда Варахадев является Варахалакшми, когда Нарисимхадев является Лакшми Нарисимха, мы так их называем. Jai Jai Lakshmi Pati Nishimha Murari Mangala Nilaya Prabhu Amangala Hari. И когда Курмадев приходит, то другая шакти Рамачандра Ситадеви тоже присутствует. Когда Гуранга пришел, тогда Лакшми Прия и Вишну Прия они тоже явились. И когда Нитянанда пришел, Васуда Мата и Джахнава Мата. То есть смотрите, всегда, когда Верховный Господь он снисходит в какой-то форме, и можно также видеть, что особая шакти находится всегда с ним, чтобы поддержать, помочь в его лиле, как, например, Чайтанья Махапрабху совершает лилу. Джанава и вот Лакшми Прия и Вишну Прия, они поддерживают его лилу, поскольку без них его лила не была бы полная. Такие Нитянанда Прабху без его Васуды и Джахавы, его лила не была бы полна. И таким образом, когда приходит Верховный Господь, то с ним какая-то особая шакти. И вот когда особая Лакшми Деви с Нарисимхой она снисходит, то с Варахой она другая. Хотя изначально они все вроде одинаковые, исходят из Радхарани. То есть они исходят из единого источника, из Радхарани. Но все же они не Лакшми Сингха всегда одинаковый. Нарисимха, он не похож на Лакшми Вараху, а Ситарам. Но есть Ананта Коти Бишлоко Намра
चिते इमाद्रिजा पुलो मुजा विरंचिदावरो प्रदे यू ऑल रेड देर लक्ष्मी जेवी फ्रॉम राधारानी ऑल सक्ति कमिंग इनफिनिटी ब्रह्मांड ऑल सक्ति कमिंग исходит бесконечные брахманды. Они изначально исходят из Радхарани. И вот сегодня день явления Сита Деви. Сита Деви? Сита Деви. With Рамачандра. С Рамачандрой. Сита Деви is the Сваруп Шакти of Рамачандра. Деви это Сваруп Шакти Рамачандры. Они совершают различные лилы. Когда вы находите, что Сита Деви похищена Раваной, но Сиддханта не такова. Какова же Сиддханта? Нет, не так. Это несовершенная Сиддханта. Хотя в Рамайне мы можем найти, что Сита похищена Раваной, но Сиддханта не такова. Она не совсем правильна, поскольку Сита Деви всегда с Рамачандрой. И как это возможно для Рамачандры, чтобы украсть Ситу от Рамачандры? На Ланку. Ланкади. Раван путинг Сита Деви in Ашок Бан. Раванон. Ашокбан, one forest is there. Раванон. Раван cannot see Сита Деви. Раван is Ракшас. Поместил Ситу в Ашокаван. Раван, он находится в Тамагуне, он Ракшас. Он не мог видеть Ситу Деви, но Хануман видел ее, поскольку Хануман великая бхакти. Хануман, он полностью предан лотосным стопам Рамачандры. И поэтому для Ханумана возможно было перепрыгнуть океан и перепрыгнуть через пролив на Шри-Ланку и спасти Ситу Деви. Почему? Поскольку у Ханумана он был преданный, хотя можно спросить, что Махарадж Сита, хотя это тень Ситы была, да, я знаю, но Сиддханта, она также правильно, что то есть тень Ситы и Сита, она не отлична в каком-то смысле, как Майя Дурга, она не отлична от Йога Майи. Понимаете, то, о чем я говорю, кто-то может спросить, что Махарадж в Ланке, та Сита не настоящая, это тень Ситы, но я могу также сказать, что та не настоящая Сита, она как бы не отлична от настоящей, подобно тому, как Дурга Деви, она не отлична от Йога Майи. Когда мы идем в Парматалу, мы были там, в Парматале. То есть все материальные люди идут туда, и они молятся вот об этом. Your mother give me a fair money, and power, everything. But when богатство, денег и того и всего и всего, но вайшнавы, когда они идут туда, महिमा तो मारो श्री कृष्ण विमुखे धोरी कराओ संसारो यू कैन रीड कीर्तन फुलिश नो वी должны петь этот киртан написанный Шрила Бхактивинода Тхакура который посвящен Йога Майе есть комментарии объяснения to know our Siddhanta you must enjoy kripa otherwise you can go on fighting why this useless. How everything? Why this? No Siddhanta, no settlement of mind. Why? This way. So today is the appearance of Sita Devi. You see? И сегодня день явления Сита Деви. Сита Деви она была похищена Рамачандрой. When Sita Devi? И вот когда Сита Деви
ушла, Ситадеви хотела выкинуть, то есть когда ее этот Рамана похитил, она по дороге кидала украшения, чтобы Рамачандра, когда шел бы за ней в погоню, он узнал по этим украшениям, что это украшение Ситы. И вот она, в общем, все эти украшения она скидывала по дороге в лесу. Что так или иначе, Лакшман или Рама, они могли бы обнаружить их. И найти, но эти украшения, это не просто украшения, это нововида бхакти, это девять видов преданного служения. Когда Нитьянанда, он сам носил украшения, какой-то преданный пришел к нему и сказал, что он авадут саньяси, а так много украшений носит, почему саньяси нет права носить украшения. Махапрабху сказал, ты глупец, нет, как видел, смотри, эти браслеты и там прочее, прочее. А Махапрабху сказал, что это нававида бхакти на форме украшений на теле Нитьянанды. Ты не можешь это видеть, поскольку у тебя нет должной преданности. Если у вас есть бхакти, то вы можете видеть. И вот Рамачандра, он пришел к Сита Деви. But after Ravan was killed, Sita Devi came here. At the time of fire sacrifice, Раван был убит, Сита Деви она вернулась, и во время жертвоприношение, это тень Ситы, она вошла в огонь, из огня вышла настоящая Сита. То есть, никто не смог видеть это. So Ramchandra wanted to prove that see, I am Lila I am actually Marjada Purushottama. So I cannot tolerate any kind of any kind of false thing. To prove in front of our public that Sita is genuine, Ramchandra arranged fire sacrifice. Рамачандра, чтобы доказать, что Сита целомудрия Ситы, он организовал огненное жертвоприношение. Рамчандра is supreme lord. How we can find there is so much problem with Рамчандра due to Sita? It is in Bhagavatam it is written. How it is possible for Рамчандра to face so many problems? Because Ramchandra is supreme lord. No problem is there with supreme lord. Any problem? But there is so many problems. Sita Krita Vasa Nani Kuto Ishwarasya. Supreme Lord Ramchandra. There is no problem with Ramchandra. Рамачандра, у него нет никаких проблем, но все же для Лилы, чтобы доказать, что если вы стремитесь... Рамчандра crying, oh, Sita, you gone, ну, то есть, если вы привязаны к женщинам, то... Supreme Lord, he is crying this way. To prove, to exhibit this lila. You wanted to exhibit this lila. If you run behind то есть, если вы привязаны к женщинам, то это, в этом будут проблемы, какие-то препятствия и еще что-то. То есть, Рамачандра, чтобы это показать, он явил такую лилу. На Бенгале тоже Бхагавака такая есть, но какие-то женщины, то одни проблемы. Вот. Но так или иначе, Рамачандра, он совершает бхакти, и среди преданных, среди женщин тоже много преданных, и очень хорошие преданные бывают.
И вот Рамачандра несколько раз хотел доказать, что Сита она настоящая, она целомудренная, но после этого Сита... Что случилось с Ситой? И на последнем огненном жертвоприношении Сита она стала в огне, и огонь не мог никакого вреда принести. Но все же люди сомневались, что Рамачандра был... Он отправил Ситу в ссылку, и Сита не могла потерпеть это. И Сита начала плакать. И эта земля расступилась, и Сита она погрузилась в воду. И никто не мог видеть. И вот Рамачандра совершал много яги. Рамачандра doing countless yajna, but without Sita, no, без Ситы Рамачандра не мог совершить никакую ягью, как, например, женатый человек без жены не может никакую ягью совершить. И Рамачандра, он золотую Ситу. And Shakti, pran pratishtha, every time while fire sacrifice yajna. Рамачандра making one golden Sita. Every time Pranpadeshta, every time Sita coming in the form of golden Vigraha. So I like to go back this Vigraha Datta, yes, that day I was discussing. You are so foolish, you cannot understand these topics. И вот насчет Виграха Таттва, то есть я не говорю, заметьте, божество, я использую слово Виграха, поскольку Виграха и божество – это совершенно разные вещи, а все Виграхи, они как бы божества. И вот Рамануджачарья говорит, если какое-то божество, но божество не установлено самосознавшее себя душу, это божество не настоящее божество. Это не Виграха, вы не можете кланяться Рамачу. Рамануджачарья говорит об этом, например, Шивалингам, который установлен каким-то материальным человеком, мы не можем ему кланяться. Этому Шивалингаму, а если он установлен чистым вайшнавом браманом, то тогда мы можем приносить ему свои поклоны, понимаете? И вот все божества, они нельзя назвать их Виграхой. Виграха, что значит Виграха? Я говорю, Виграха, она не отлична от Верховного Господа. Пытайтесь понять это. Я пытаюсь объяснить вам, но не все могут осознать то, что я говорю. Deity, и вот божества, is not all deity not equal to Vigraha. Не все. But all Vigraha is just equal to Supreme Lord. То есть не всех божеств можно назвать Виграхой, но Виграха, она есть божество, когда... Махапрабху шел в храм Джаганатха на Дарша Джаганатха, когда он смотрел на Джаганатха, в сочетании Махапрабху, он видел Нандананда Шри Кришну, он обнял Радхарани, но мы видим, нету ни рук, ни ног у Джаганатха. Как он может обнять Радхарани, не имея ни рук, ни ног? А Махапрабху и Нитянанда и Адвайта Гасая, они видят. А почему вы не можете видеть, в чем проблема? Пытайтесь понять. Восемь видов божеств есть. Возможно. Свайли, Лохи. Свайли, Лохи. Свайли, Лохи. А тапа? И после этого. Always speaking. А тапа роче? А. Свайли, Лохи,
дармы, лепалекачо сайкити. Вот эти вот остальные. Ну, это перечисление, из чего они могут быть сделаны. Вот восемь видов, ну, восемь видов божества в Бхагаватам описывается, могут быть шаили. Махарадж перечисляет на санскрите. Мономай, eight different kind of deity possible. Deity, he can construct. But if there is no pran, ну если нет праны, нет, то, ну в этих божествах, то есть, ну это смысла нет. Шайли значит stone. Из камня. From stone you can. From wooden deity. Из дерева. Stone deity. Из wooden deity. Iron deity. Из железа. Iron deity, Лепья. Лепья из. Лепья mean мой. Лекья mean drawing, sketch. То ли мрамор, то ли что-то. Соедини балу, sand. Из, то есть они в образе картины могут быть или фотографии из песка, либо в вашем уме, если божество присутствует внутри вашего ума, вы можете в уме поклоняться, это тоже божество. Муни-мой, значит, ну, из драгоценных камней. То есть вот этих восемь видов божеств может быть в этом материальном мире, но если чистые вайшнавы, install that deity, установили это божество, то он, тогда оно становится виграхой. И это виграха, она 100% не отлична от Кришны. Ну или если это божество Шичитани Махапрабху, то есть виграха Шичитани Махапрабху или виграха Нитянанда, они, соответственно, не отличны от Гуранги или Нитянанда, соответственно. Но чтобы это все осознать, вы должны совершать баджан совершенным образом, иначе вы не сможете видеть. Если вы пойдете к Рада Говинды в Джайпуре, вы не можете. Увидите Рада Говинду, если обратитесь во Вриндаван, вы увидите Рада Шьяма Сундара. But you cannot realize. Why? Ну, почему? Your bhajan is not up to that mark. That's why you cannot realize. You have not 100% believed that deity is equal to Krishna. Вы не можете поверить, что божество не отличное от Кришны. So you can reconcile. You must hear this Харикатха again and again. Вы должны слушать эту Харикатху снова и снова и пытаться найти ответ. Но не поймете, то может быть какие-то вопросы. Я никогда не говорил, что спутники Махапрабху не могут видеть Господа. То есть они все могут видеть Господа, но его лилу, но его лилу Айшвари, это богатство, не все могут видеть, что он в семи ипостасях. Хотя Господа не все могут видеть. Сегодня день явления Джахнавы Деви. Джанава Деви. Если нет ее милости, то мы не можем совершать баджан. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, writing Krishna kirtan nicely. Он пишет в своем kirtan. Very very nice nice kirtan. You are not doing kirtan. No, мы. I'm very angry with you. Repeatedly I request you. Do follow kirtan. Я прошу вас. Never you follow. Воспевайте киртаны, но не все это делают. Only you can't. Without bhajan. Only Harikatha cannot digest. То есть слушать Харикатху это хорошо, но не все могут понять, киртаны не помогают. И вот сегодня день явления Джахна в Мате Такурани, и она в горе Лили, в Нитянанда Лили, она не отлична от Ананга Манджари.
The younger sister of Radharani. Она младшая сестра Радхарани. Ананга Манджари. Ананга Манджари. Но Гора Лили Нитянанда Лили Ананджахнава. Джанва Мата Такурани. Она active part. Активно. As a guru. Ну, она была гуру. Джанодара Гурани acting as guru, она big guru. Действовала как гуру, как великий гуру. Big guru. In Khetori. И в Кетуре. In transcendental history. В трансцендентной истории. The topmost festival. Это был самый такой крупный праздник в Кетуре. Но его организовал народ там достаток. All over India. Всю Индию. Different from all Vaishnava. Пригласили всех вайшнавов из всей Индии, тысячи и тысячи преданных пришли. Take part in. Принять участие в фестивале в Кетуре. Это в Бангладеше находится сейчас. Это место рождения Нарутама Матакура. Но на самом деле он во Вриндаване родился, но я вынужден говорить так. Джанва Мата Такурани, она играла там ведущую роль, подобную великому Ачарье. И под ее руководством тысячи и тысячи преданных совершали баджан. Она установила божества там. Рада Махан, Рада, ну, различные божества, не помню всех их имен, около 5-6 божеств. Это не самопроявленные божества были. Их нашли в каком-то стоге сена. When somebody wanted to take out paddy, they buy big snake. Oh, хотел этот стог унести, увидел змею. Очень испугался, как змея ушла. Они увидели божество в этом стоге сена. И в деревне есть хранилище этого сена. So Janmata Thakurani, we get one branch. Of Janmata Thakurani. У нее есть своя парампара. Вамшиватананда Прабху, ее парампара, они великие преданные. Janmata Thakurani. Took leading part. Она была играла там. We cannot think anything. Большую роль на пути в баджан. Без нее мы. Не было бы многих вещей. Она была Шакти Нитянанда. Джанамата Такурани совершила баджан. Там Радакунде. Вы были там. Можно найти особое место, где Джанамата Такурани совершает баджан. Всегда. Вы, может, видели то дерево, под которым она сидит. Она Ананга Манджари. И вот киртан написан в Шиле Бхактивинода Такурам. И через киртан можно осознать все. И по милости Гуру Вайшнавов я пытаюсь понять, описать вам. И Джанамата Такурани каждый всегда. Она помогала, она поддерживала Нитянанда Лилу, Гуранга Лилу, она была великой Ачарьей. Она исполняла желание сердца своего Господа. И в последнее время Джанамата Такурани пришла сюда, во Вриндаван. В храм Гопинатха. Она принесла свои поклоны, и после этого Джанамата Такурани исчезла, никто не видел ее. Они увидели ее в форме божества, она ушла. Гопинат обнял ее, и она ушла. Исчезла, и Нитянанда Прабху отправился в Экачакру. И он и там он вошел в то божество, которое там
Банки Бихари? Да. No, no, no. Very nice that you speak the name. Anyway, this way, я забыл, как see, называть, к сожалению, we, его Джахнави, Джахнави Мата, во время Саньясы Гуранги Махапрабху, она... Гуранги Махапрабху дал наставление Нитянанде, чтобы он женился. Почему? Поскольку Нитянанда у Наватрут Саньяси. Нитянанда у Наватрут. Что это значит? Они за пределами любых правил и предписаний. Нет никаких правил и предписаний, они не могут как-то повлиять на Нитянанду. Он за пределами любых правил и предписаний, по милости Гуранги. Гуранги дал наставление, как саньяси не могут находиться в контакте с грихастхами. Но сейчас мало кто следует этому правилам. Все саньяси брахмачари, они не следуют должным образом правилам и предписаниям. Шрила Бхактивинода Тхакур плачет, видя эту ситуацию. То есть никто не хочет следовать никаким правилам и предписаниям для саньяси. Нет такого правила. Those Grihastha Bhakti used to go there in Purushottam Dham. I can speak about this Leela next Harikatha. И вот в следующий раз расскажу о том, как преданные домохозяева вместе со своими женами и детьми. But those wives have no right to come in front of sannyasi. They are staying. It is written in Chaitanya Charitamrita. Streets trigon dure rahi kare vas. Stree, those wives, they are women. They are staying long away from Chaitanya. From this time, Махапрабху is written in Chaitanya Charitamrita. Even Parameshwara, one devotee, и даже Парамешвара, один преданный, он этот. When Chaitanya Mahaprabhu was manifesting lila, boyhood lila, that time he Mahaprabhu used to do to take sweet ball. И вот он шел в его дом, чтобы поесть сладких шариков с масла и прочего, и Махапрабху принял саньяс. И вот Махапрабху, он сидит, и Парамешвара говорит: о Прабху, Парамешвара, я пришел, и Махапрабху увидел его и сказал: очень хорошо, что ты пришел, заходи. In front of Mahaprabhu in Nilachal, Parameshwara identified. Prabhu, I also coming this year in front of you. Oh, Parameshwara, you coming? Ah, Prabhu, Mukunda's mother, Mukunda's ma, Mukunda's mother also coming. Prabhu, you come very sick. Second. И вот, а когда Парамешвара сказал, что мать Мукунды, но его жена тоже пришла, то Махапрабху, он уже все по-другому повел, что я саньяси, но... То есть, ну, Махапрабху этим показал, что саньяси, они не могут слишком много контактировать. Грехи с домохозяевами, хотя Нитянанда соблюдает саньясу больше, чем Гуранга. Я могу сказать таким образом, поскольку Гуранга, он верховный господь. Саньяс значит посвятить свою жизнь верховному господу, а он сам верховный господь. Кто-то может подумать, что он как бы не настоящий саньяси, поскольку он посвятил свою жизнь самому себе. А Нитянанда Прабху, он, его саньяс врата, она больше, чем врата Гуранги, поскольку Гуранга, он как бы сам себе посвятил свою жизнь, поскольку он сам Верховный Господь. А саньяса значит, это полностью предаться Верховному Господу. И Нитянанда, он сева виграха. И он посвятил всю свою жизнь Гуранге, и таким образом он стал совершенным саньяси, хотя он женился, но я могу сказать, что
саньяси на 100%. Нитянанда Прабху. Кто вам сказал, что он не саньяси? Поскольку Джанава и Васуда, они вечные энергии. То есть, внешне они выглядят как его жены, но кто сказал, что Нитянанда не будет следовать саньяси? Даже после свадьбы, то есть после женитьбы он был саньяси. Вы должны совершать баджан и прибежать у чистого Вайшнава, и тогда, и только тогда вы осознаете это, иначе невозможно. И вот смотрите, Джанавамата Такурани, мы получаем всю милость от нее. Джанавамата Такурани, она может, подобно Куладеви и Джанава, есть киртан, ей посвященный. Бхактивинода Такур пишет. Очень прекрасный киртан. You can get power. Вы можете получить силу, поскольку вместе с киртаном Шрила Бхактивинода Такур дает силу. Можно взять карталы и совершать киртаны Шрилы Бхактивинода Такура. И воспевать Махамантру, Панчататву. This way, if you do, go on doing kirtan, someday you can realize. Otherwise, never you can realize what to do. Today also is the appearance, disappearance day of Madhu Pandit. Сегодня день ухода Мадху Пандита. И вот Мадху Пандит. Гопинат manifest. Он Гопинат явился перед ним. We can find Мадху Пандит Samadhi in Jaipur also when there. И вот есть в Джайпуре, есть также самадхи Мадху Пандита. Сегодня я объяснил, как видеть Верховного Господа, как можно обрести силу, ну, чтобы видеть Верховного Господа, что такое виграха и божества. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Ванчакалпатурвасики басандабхаджи бодитан, павана говишне бьё намо.